областной библиотеке имени Сабита Муканова состоялась презентация книги «Благие вести» члена Союза писателей Казахстана, Союза писателей России Кирилла Филонова. Поддержать автора собрались любители творчества, друзья и коллеги. Сборник «Благие вести» состоит из трех частей – повести, два рассказа. В одном из них автор повествует о жизни деревенской женщины и ее кошки, а также о том, как они с соседом решили избавиться от домашнего животного. Во втором рассказе сочинитель «Теща и кусок говядины» писатель рассказывает о жизни молодой семейной пары, которая приспосабливается к совместной жизни. Презентация сопровождалась выступлениями учащихся колледжа искусств специализированной школы-интерната для одаренных детей.